Стесняется. Стеснительные. О, президиум полный. Но места еще есть, братья, заходите. Я их стал брать. Ничего я не стал. Я не смог разобрать. Заходите, заходите. Покажи пример. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди сися мы, и очистины от всяких и блажи души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя в имени Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Прибудь с нами. Научи нас пребывать всегда в истине Твоей, следовать строго по окровавленным Твоим стопам. Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Ну, почти все. Есть там еще в коридоре, но вот надо молиться тех, кто в коридоре часто пребывает, чтобы Господь их подвигал сюда проходить. Вот скоро и Пасха будет уже. Уже сегодня считаем от Закхея. Следующую неделю будет о мытаре и фарисее. И дальше пойдет. Уже постный период. 26 февраля заговение на Великий пост. Следующая неделя будет сплошная. В среду, пятницы нет поста. Пестрая масленица и начинается пост. Какие ко мне вопросы есть?
следующий приезд. Через воскресенье. Это будет, значит, там что у нас, какое будет? 5-го? 12-го, наверное, будет. Как ваше здоровье, мальчик? Ну, видишь, стою. Берегитесь, не простужайтесь. Да. Так, еще что, какие есть ко мне вопросы? Говорите, что не ясно, что хотели бы услышать. Замело вас, да? А замело? Нас нет, нас не заметет. У нас совсем другая, скажем, технология выживания, чем у вас в городе. Чем больше снега, тем лучше. Да, не, я говорил уже. Звонит, я снег бросаю, утром вышел, звонит одна сестра, значит. Батюшка, помолитесь, чтоб снег перестал идти. Здорово, а что тебя так? Да мне вот дорожку чистить, там для сарая, до сарая, до туалета. Я говорю, ну у тебя же снегу-то не больше, чем у меня, там в несколько раз больше тебе бросать, чем у тебя. Нет, вы не знаете просто, у меня больше, гораздо больше. Я говорю, давай решим, как делать-то. Мне барабаш говорит, благодарить надо Бога, что снегу много. Еще бы больше было, лучше было бы. А ты говоришь, для тебя много не надо. Ну как теперь будем соединять? Я говорю, не бросай снег, а просто дорожку натаптывай, натаптывай. А возле туалета там уже сделал так. И у нас потеряют некоторые дома есть так, что замело, так они сделали. Вон Нина Васильевна, Глушковы, там этот, уже не Глушковы, как их, Шадрины. Вот, Саша с этой, с Катей. Они просто прокопали через сугроб, перекрыли и по туннелю ходят. И Нина Васильевна тоже так же сделала туннель и по туннелю ходит. Там метра 3-4 длиной туннель. Она по снегу, чтобы каждый раз не отгребать, только там потом дверь ковер. И все. Ну да, крыша и снега там, они перекрыли, снега, и все, они ходят спокойно. Нет никаких этих недовольствий, все довольны. Еще наоборот, там ребятишки стараются через туннель там полазить туда-сюда, интересно. Поэтому снег нас нисколько не... Так только, ну трудно, конечно, утром встал я пойти барана открывать, а возле двери не открывать, там полметра больше снега навалено. Ну вот пришлось часа полтора, пока бросал. Это такие физические трудности небольшие есть, конечно. Со снегом. А так, так, еще что, какие вопросы? Ничего нет, а надо же, как я удовлетворяю вас, что нет ничего. Каких? Ну продолжайте дальше вас обращать. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Нет, Христос. Благословите нас. Это передача действительно. Ну, подожди, а что? Это я не надо. Ну, да. Потом сам встречу. Во-первых, хочу поблагодарить сестер и батюшку за замечания, которые делают нам сам. Ну, во-первых, не в оправдание, но в констатацию факта. У нас многое, в общем, в службе получается смесь нижегородского с французским. То есть русского со старославянским, с церковнославянским языком. Поэтому не знаешь, где правильно делать ударение. На прошлом, ну, прошлое воскресенье было сделано замечание, мне конкретно. Половина принимаю, половина нет, потому что мне это подвигает, конечно, всегда обратиться к справочному материалу. Вот, там было, поставить нужно было ударение волнами и благами. Вот благами тоже было поставлено неправильно. Это благами нужно говорить. Ну вот, мне было замечание сделано, что нужно благами делать. Значит, все-таки благами. Это, а вторую часть принимаю там волнами, а не волнами. Вот. И так же, как, например, волками, с волками жить, по-волчьи быть, поговорка такая. Ну, принимаю и благодарю, потому что это, знаете, вот всегда приходится бороться со своей гордыней, потому что тут начинаешь это ерепениться немножко, да что тут меня начинаешь учить, я и сам с усам. Но это нам всегда надо преодолевать и обращаться к справочному материалу и успокаивать себя, свою гордыню. Спаси Христос, сестер, батюшку тоже делает замечание. Нам
чтецам нужно принимать с благодарностью эти замечания. Вот, значит, о болящих. Давно не вижу Любовь Петровну. Где она, что? Не волнует, она болеет. Она болеет. Было, ну, ничего. Вот грипп такой сейчас ходит, долго у ней. Ой, не выйти еще. А то я думал, может быть, ее забывает, что не могут привезти ее, дома, помочь ей. Нет, она дома, все это. И если, говорит, смогу, то рядом схожу. Ну вот у нас заболела кто такие вот сейчас на сегодняшний день болящие? Это у нас Алексей в больнице лежит. Наталья заболела тоже, простыла или как она? Ну, она грипп, наверное, Загуляева. И у нас Мария Яковлевна сейчас в госпитале. Седьмой этаж, 707-я палата у ней. Положили ее в госпиталь. Ну это как бы планово как-то их там кладут. Не то, что она совсем там плохая, просто вот подлечиться. Ну и так, вроде бы Татьяна, вот она с рукой еще ходит, Ольга Гаева. Ну, Ольга постоянно, это хронически. Вот Игорь Дубунов, не знаю, они не звонили. Болел, он болеет, да, болеет. Он после простуды у него, после ОРЗ, сильный кашель, и как только выйдет на холод, так у него кашель такой, что не может никак остановиться. Ну, поэтому... за всех Александрушек, за всех Валентин, за всех... Сейчас мне позвонили, только что умерла двоюродная наша сестра Агафья Степановна. Игнатий, слышишь, нет? Агафья умерла. Двоюродная сестра. Это с Корчина. Мама Алексея Семеновича. Это с Корчина, да? Да, в Корчина. Мать Алексея Семеновича. Да, и молились сегодня, слышали, Олимпиаду поминал. Да. Это из Новосибирска. Она старообрядка. Но наша была она близкая такая она. И она, в общем, она в храме долгое время работала, как свидетельствует Валентина, сестра, как диаконисса, то есть старшей сестрой была. При ней, говорит, такой порядок был в храме, все, где там, что она. Ну, она деятельная. Вот. И вот Игнатий Тихонович знает хорошо. Она организовывала, работала она в колонии, там, бухгалтером, что организовывала, что беседы там проводил Игнатий Тихонович. И есть от этого даже плоды, что люди, которые обращались там, и я крестил их. Они по сей день также православно верующие есть. Она такая была, исповедница. Вот. Умерла она. Ну, она была где-то с 30-го года примерно, с 31-го, с 30-го года. Так, вот Олимпиада, я говорю, поэтому, кто может, своих домашних молитв, поминайте. О упокоении души Олимпиады и Агафьи. Странноприимница. Да, странноприимница была, очень такая она, любвеобильная женщина. И ревностная, скажем, что когда даже у старобрядцев бывает, что там, ну, кто-то там, если начинает ревновать о вере, там, о Евангелии, сразу восстает там на них, там, вплоть до отлучения, все, а она всегда за таких там заступалась. Даже такое было, что поехали, говорят, должны были поехать на собор, когда было там на отлучение, по-моему, Игнатия Тихоновича с Надеждой Васильевной, когда были там отлучение. И случилось так, что там, кто на соборе были, они все вроде бы то ли заболели, то есть не состоялось. Она говорит, вот так вот, значит, неугодно это дело Богу, что Господь поставил препятствие. Громко, говорит, прямо в церкви, перед всей церковью, говорит так, что... То есть она особо-то не боялась свою, то есть смелая была в исповедании женщина, Олимпиада. Помоги. Вот. Пройти лекарство. Там, да. Батюшка, а в Туле там храм ограбили-то не в курсе, что там как? Ничего, следствие идет, и все, следствие пока все идет. Ограбили. Ну, ограбили, забрали иконы, картины какие были. Деньги не тронули, что там. Ну там и в кассе-то какая там кружка, там кружки там может быть тысяча какая, две там, три там каплица. То есть не тронули. Собрали вот это все. На престоле ничего не тронули. Ни Евангелия, ничего, на престоле все как было, так, говорит, лежало, даже не до престола. Собрали то, что больше всего в доме. В храме там одну икону, что ли, взяли, а остальные все из дома взяли, то, что было в доме. Пока нет ничего, пока идет следствие. Просто. Отец Иоанн просил, чтобы кто заведует, удалили из этого, из
интернета все ролики, которые снимали там у него. Потому что там снимали, все эти были выставлены. Вот он просил очень, чтобы все ролики были удалены. Эти. Один еще, говорит, там называется, он вчера мне звонил, что называется как-то то ли длинная проповедь, или обширная проповедь, так называется ролик. А чьи ролики? А? А чьи ролики? Ну, ролики там, что были, снимали, наши ролики это были, там Володя снимал или кто, там в квартире все снимали это в квартире, а потом это все выставили на обозрение. Первое подозреваемое. Не, ну, в чужой квартире снимали, зачем выставлять чужую квартиру? Кому это на пользу будет? Что от этого человек кто-то покается, придет, что вот увидели, что в квартире? Нет, конечно, это так. Ладно, занимайтесь дальше, продолжим. Еще о болящих, если... Алексей воспрял духом, оживился, активно проповедует, попросил второй том, визитки. Так что, слава Богу, теперь благодарите Бога за то, что Господь восставил его. Ну, убрали у него стенд, и идет на поправку. В понедельник, вероятно, выпишут. Так что, если кто желает посетить, то спешите. Да. Вот, ну, еще о болящих, кто у нас еще болящие-то? А там просто не карантин, Дорогиш. Наташа же говорила, как карантин. Да. Нас не запустили, мы закрылись. Да. Плотно все. Передали все. Нет Валентины Барышниковой из-за погоды или что? И Ольги. А мы не знаем, из-за чего сейчас. Она здоровая. Да она звонила батюшке, замело ее там. А кто наш Ольга? Соклакова. Соклакова Оля, ну, та все с маской, все время постоянно болеет. Я вот хочу сказать вам, братья и сестры, если мы там начинаем вот прикрываться какими-то болячками, вот я там, у меня там что-то там пятка заболела, наверное, шпора там у меня появляется, не пойду я. Вот и будет эта пятка, и болеть, и будет шпора, и будет что угодно, и другие болячки прицепятся, и будет бесконечно болеть. А если ты будешь преодолевать это, свои телесные недуги, дух, если будет бодр, то и болячки будут уходить. По своему опыту знаю. Бойтесь вот этого прикрытия как бы болячками какими-то, надуманными, тем более. Даже когда они есть, реальные, нужно их преодолевать. Только не заразные. Не ОРВИ. С ОРВИ не приходите, пожалуйста. Вера с горчичное зерно передвигает горы. А потом горчичники будем ставить. Значит, нету веры. Горчичники с верой. С верой горчичник будешь лепить. Да. Можно я напомню вам, братья и сестры, про лагерь? За 2 месяца, как первый раз я обратилась, не поступило ни одной копейки в счет лагеря. Не покупается ни техника, ничто не подготавливается. Проявите, пожалуйста. Ревность в этом. А кому должна поступать? Не, ну вообще, ну, ну ты у нас хотя бы была. Ну так поступила. 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 Слава Богу. Ну, активнее все равно включайтесь. Я думала, еще кто-то что можно спонсировать. Средством, техника, если есть хорошая для лагеря. Комбайн? Да нет, ну. Там и плиту, наверное, надо будет. Можно и стиральную машину, можно вот так. Стиральную я. Вы знаете, нужно бы. Не стиральную то, что нужно, а нужно. Ну, бы. Не одну. Мало одну. Автоматическую желательно. Ну, нет, там это, там, наверное, невозможно сделать. Почему? Можно? Ну, почему? Да. Потеряются, делают себе, а у нас прям невозможно. Так, в кулуарах, потом обсудите в рабочем порядке. Что нужно? Главное, что нужны средства. А уже что купить, это другой вопрос. Еще? У кого есть пожелания, просьбы, высказывания? В последнее время... Во время проповеди нередко у меня так получается, что такая вот реплика. А вот о грехах. А если не согрешишь, то не покаешься, не покаешься, не спасешься. Приходилось вам слышать такое? Ну так вот, как к этому относиться? Вот давайте порассуждаем, есть такое предложение. Как рассудить, как нужно ответить такому человеку?
Ну, говори. Ну вот, у человека, если верующий, у него всегда состояние такое, что я в чем-то согрешил, я последний грешник, как апостол Павел говорит, я последний грешник себя называет, и царь Давид, он все время в состоянии вот в этом, где-то что-то помыслил не так, где-то что-то сказал, кого-то, может, соблазнил, обидел, и он все время себя считает, это состояние внутреннее, считать себя таким человеком, не то, что специально грешить, чтобы каяться, а ты все время в состоянии покаяния, в состоянии вот этого осознания своего греха должен находиться. И тогда и Бог и простит, и помилует. Если есть такое. Ну, это мое мнение, я не знаю, может, я не права. Так, еще? Да. Ну, я считаю, что вот верующий, когда, ну, верующий человек, его, он чувствует, допустим, какие-то дела, какие-то он сверяет же с заповедями, со Словом Божьим. И когда чувствует человек, что что-то тяготеет в нем, что-то какая-то, какое-то есть такое состояние, ну, чувствуется волнение, то Дух Святой подсказывает человеку, молись, и он тебе подскажет, в чем тебе каяться и как тебе. Потому что Дух Святой, он и на колени поставит, чтобы и вечером свой грех исповедовать. Поэтому призывание Духа Святого способствует увидеть свои прегрешения. Но не самому видеть-то, а Дух Святой тебе покажет, осветит у тебя, какие там грешки-то, забытые и незабытые. И поэтому, если оставлять это вот не исповедовать, то я считаю, что потом нам будет плоховато избавиться от всего. Можно потом вообще покинуть общину, уйти. Поэтому Дух Святой нам помогает призывать Духа Святого мое. Вот такое мнение. Нет, я в реплике-то там главное как бы упование на то, что, ну, понимаешь, ну, все грешны, а если не согрешишь, то не исповедуешься, а не исповедуешься, не спасешься. Ну, Лена даже сказала, что человек верующий, он всегда осознает свою греховность. Вот он постоянно чувствует это. А еще дополнительно к этому, ну, это совсем безрассудно. Ну вот. Лена. Мне мыслится в этих мыслях большое лукавство. Просто лукавство. То есть человек хочет грешить и каяться в этом не хочет. Покаяние неискреннее, избавляться от греха не желает. Вот это вот его состояние мертвенности, нерождения свыше. Ну, он, естественно, такой человек не знает таких слов евангельских, которые говорят нам, что за всякий грех возмездие смерть. Нет страха перед будущим состоянием в аду, поэтому и есть такие мысли. За всякий грех возмездие смерть. А если знаешь об этом, то будешь непременно, как только появился грех, сразу исповедовать его и далее пытаться, стараться призывать Духа Святаго, чтобы не возвращаться на этот же грех, как пес на свою блевотину. Так? Да. Это уже, так сказать, сегодня мы слышали притчу о Захее, отрывок из Евангелия, это уже подготовка к Великому посту. Ну, у меня единственная просьба ко всем, ну и к себе тоже это относится, что когда ты, например, что-то, тебе брат или сестра, ты попросил помощи, а он не исполнил твою просьбу, вы сразу не обвиняйте его, что я на тебя буду жаловаться, там, перед Богом буду жаловаться и так далее. То есть тут надо обдумать. Во-первых, Господь тебе дал через другого человека, ты должен поблагодарить, что Господь все-таки дал тебе, услышал твою молитву. Но о том человеке помолиться, чтобы он был более ответственен, может быть, даже вот так вот. А не то, что там звоните и говорит, ты, я тебе перед Богом буду жаловаться, начальствующим, а то на следующий день звонит и просит прощения. То есть прости меня, глупая и так далее. То есть тогда надо думать об этом, кто тебя побуждает каким-то либо словам. Или там, помолись, чтобы снег сошел. То есть вот глупее не придумаешь молитву, понимаете? Я сразу сказал, я не буду об этом молиться, зачем мне искушать Господа у Бога? Он говорит, а Илья-то молился же. Ну и что, Илья молился. Тому, говорится, всему свое время было. Есть такая поговорка, снег не дурак, растает и так. То есть надо всегда сверять себя на молитву, от кого у тебя эти мысли приходят. От лукавого или от Бога все-таки. Молиться нужно непрестанно, конечно. И Господь нам дал разум. Это один из главных талантов, который дал Господь каждому из нас. Здравомыслящему человеку. Поэтому спросит Господь, как ты воспользовался этим даром? Прежде всего, рассудить нужно. И чего просить в молитве?
не такого безумного, конечно, нужно избегать. Да. А мне кажется, главное, когда вот мы молимся, чтобы Господь дал нам разумение мудрости в наших делах и поступках. Потому что мы такое... И в мыслях. И в мыслях, да. Поэтому я вот Валя говорю: Валя, я тоже не буду за тебя молиться. Ой, ну, это вот женщина. Я не буду за тебя молиться. И я потом... его исполнять. Я буду молиться вот так, чтобы Господь дал разумение, мудрости. Мы с Володей так согласились и стали они так молиться. Она говорит: ой, да мне как хорошо помогло, вот то-то мне сделали. Я говорю: вот нужно вот это главное, а не то, чтобы снег перестал. Вот смотри, снег перестал. Это молитва. В защиту тех, кто говорит, чтобы снег перестал, понимаете? Надоело кидать лопатой от гаража. Снег иногда бывает смертельно опасным, действительно. Вот особенно на дорогах. Вот вы знаете, что дороги заваливаются регулярно, дальнобойщики едут. Вот я сколько езжу по командировочкам таким небольшим, вижу фуры перевернутые. А бывает так, что просто перемет на дороге. И ветер дунул, вообще ничего не видно. А тут встречная, лобовая атака, это буквально секунды. И потом все опять нормально, понимаете? И когда вот едешь, действительно помолиться хочется, чтобы именно в этот момент снег перестал. Потом пусть идет. А я проеду, но подумаешь, а ведь кто-то едет и сейчас. Поэтому всякая молитва имеет значение. Главное, какое у тебя в сердце намерение, а не просто вот снег перестал, потому что это. Иногда бывает бабушкам действительно сложно чистить, не дойти. И для нее эта молитва актуальная. То есть тут все надо подумать. Дороги, брат, соблюдай правила строго. Аминь, Игорь. Аминь. Официально данные говорят, что 90% аварий на дорогах от нарушения правил движения. Расстояние. Расстояние не соблюдаешь, скорость нарушаешь. Как правило, больше скорость нарушает. А здесь ничего, я быстрее обгоню того там. Это, то есть торопитесь, быстрее надо. Да на ледяных дорогах сейчас не надо. А тем более на ледяных дорогах. Надо более осторожно. А видишь, что плохо, не предупреждают даже. Сегодня, говорит, опасная, значит, на дороге. Поэтому рекомендуем большинство не выезжать на транспорте. Поехать на общественном транспорте или как-то отложите поездки. Но люди все равно едут. И вдруг раз, 60 машин столкнулись в одном месте. 60 машин. Ну, то есть, все жмут на скорости, там, по 100 километров, а там одна сва, потом только одна в другую, все. А ехали бы все 40 километров. Этого бы не было. Уже, ну, понимаете как? А то, что о снеге. Православная церковь все продумала, когда и что, чтобы было на благо нам. Если дождь заливает сильно, то есть молитва, чтобы остановился. Нет дождя, засуха, то... но относительно снега нет ни одной молитвы. Потому что снег, по-видимому, не на вред человеку, а только на пользу. Он не может быть во вред человеку. Вот. Это во вред человеку тем, которые, значит, ну, как на дорогах особенно, там, жмут, не смотрят, там, обгоняют, где попало, там, это, на повороте, там, чуть тормознул, и все. Мы как-то ехали с Владыкой Евтихием, поехали в Новосибирск, нас вез дьякон Евгений. И подъезжаем Черепаново до этого, там, этот, ну, КПП, стоят гаишники, мы видим, метров 100 осталось. Впереди нас шла Волга, и она тормознула, и он... Наверное, то, а дорога была ледяная просто. Он тормознул, нас так крутануло, и мы уже едем багажником вперед. Потом еще раз крутануло, и мы в кювет улетели. Прям в кювет улетели. Да, благо, снегу было много. Значит, машина утонула. Больше, чем полдверки машины было в снегу. Такой снег был рыхлый. Но мы дверку, да, выходить, что смотрим, гаишники бегут к нам уже. Все подбегают, мы... Вываливаемся, Владыка вылез, там я был, они видят, мы... О, святые отцы, вы, наверное, не молились, а ехали. Сразу. Все живые, никто не повредился, они сразу. Нет, да нет, ничего, хорошо, ничего, ни у кого там нога, рука, ничего не повреждена, да нет. Ну, не давай там останавливать машину, вытащили нас на дорогу, поставили. Все, ну, давайте, отцы. Ехайте, говорит, спокойно, с молитвой, говорит, ехайте. Благословили нас. Благословили нас, и мы поехали. Чтобы дальше. Не болтали. То есть, а если бы было расстояние у него подальше от этого, от Волги, то он бы успел так, потихоньку бы. А то он резко тормознуло, конечно, там крутануло и пошло. Вот и авария. Все, а то виновата погода, вроде то, что у нас случается, Бог виноват сразу. Это вот, если бы не было снега, если бы не было льда, то бы этого бы не было. На себя всегда вини, Игорь.
Ну, а то я с одним ехал, братом здесь, и я больше говорю, нет, я больше не поеду с ним никогда. Мы знаем. Мы знаем, с кем. Поняли, братья, да? Да. Сестры. Что нужно благодарить Бога за все. И за снег, и за дождь, и за солнце, и за облачность. За все благодарить нужно. Даже этот безбожник, Эльдар Рязанов, он говорил напрямую, что он атеист. Я слушал, одна была передача, его юбилей какой-то. Его прям спрашивали, вопрос, записка была, веруете ли вы в Бога. Он говорит, я атеист. Правда, он сожалел о том, что он атеист, потому что, говорит, большая часть вот, в картинных галереях, она мне непонятна. И я смотрю на картины и не понимаю картины, на библейские сюжеты. Он сожалеет о том, это человек, посвятивший себя всю жизнь свою культуре, искусству, и он сожалеет об этом. Так вот он написал к одному из фильмов замечательную песню, где он говорит замечательные слова. У природы нет плохой погоды, он называет у природы, у Бога нет плохой погоды. А дальше самые главные слова какие? Надо благодарно принимать. Научимся же у него хотя бы, чтобы благодарно принимать все, что Господь посылает. И когда едешь, то с молитвой, конечно. И помнить нам надо всех. Вот Галина однажды сказала, что молились. Я теперь каждый день молюсь о всех братьях и сестрах, которые находятся за рулем. Потому что, конечно, ситуация всякая бывает. Еще. Завтра 30-е. Молитву всем просить за Никиту. Да. Опередила меня сестра. Никита, сын, возвращается из командировки дальней. Значит, сегодня в ночь он вылетает оттуда, из Благовещенска, и прилетает он уже в конце понедельника, то есть вечером в понедельник. Так что прошу молиться, ваших святых молитв прошу. Еще у кого есть вопросы, пожелания, высказывания? Игнат Тихонович, вам слово. Ну, только пройдусь по тому, что говорили. Небольшие добавления. Первое. Следующая неделя, воскресенье. Направо пойдете, посмотрите в коридоре. Написано, первое воскресенье февраля отмечаем начало работы нашего сайта. Вот об этом поговорим в следующее воскресенье. Я хотел бы даже узнать, много ли есть религиозных организаций, как сегодня называют там, или общины, приходы, где отмечают день работы в интернете. Громче, Игнат Тихонович. Громче. Ну, у меня аппарат, не громко теперь, наоборот. Нашелся человек один, Кирилл Серебряницкий, я его не знаю, но оказывается там писатель, в интернете выставил большую статью про меня. Именно в армии, как я обратился, и говорит, статья, видимо, уже не первый раз, говорит, он активно начал осваивать сразу интернет на меня. Ну, приходится согласиться. О, какие вопросы у кого будут, ты сами что делать, и приготовьте на следующее воскресенье. У нас даже батюшка вышел в интернет. Я нет, не работаю. Не вышел? Батюшка говорит, вышел. Я выходил, я сейчас пока не вышел. И зашел. И спрятался. Второе, о посте. Вот посмотрите, как получается. Чтобы вы правильно мыслили, а делать, может быть, ничего и не надо здесь. Закройте дверь. Крещение 19-го. Фактически праздники закончились, святки прошли. С 19-го, 28 февраля, получается 40 дней. 40 дней, когда в неделю два дня еще после, и опять уже начинается подготовка к посту. И когда говорят, а почему это? Потому что все это составляли монахи, у которых ничего не было. И поэтому это нужно было оправдать и поставить в святость. А те, которые ничего не добавляли, у них нет, остался один день поста. Перед Пасхой одна суббота, как говорит Иоанн Златоуст. Одна. Один день. Я разговаривал с католиками, у них сколько пост? Говорят, один день в году. У нас больше половины дней. И фактически нарушители почти каждый.
Вот, я, ты признаешь Великий пост, да? Ну, я первую, последнюю неделю, правда, последнюю я не выдержал. А Иоанн Златоуст говорит, 7 дочерей у царя, и ты почтил первую и последнюю, а остальных пренебрег. Царю это понравится или нет? Если ты верующий, православный, вопросы все надо снимать. Мы обязаны соблюдать. Но должны знать, откуда это идет. Вот сказали, а почему о снеге нет молебен? Да составляли это на юге, в пустыне. Потому и нет, что снегу-то не было. А не потому, что он снег нам не во вред. Вот только сейчас ипподром обрушился, крыша обрушилась. И там коня, наездницу, там сколько задавило-то. И сфотографировано показывается. Крыша надо делать как следует. От снега большая беда. Если в дождь где-то человек что-то еще поплывет, где-то, а здесь ничего нет. Пишет эта трасса Оренбург. Сколько было? Только сказки рассказывать. Никого не видно. Вот мы ехали когда с Востока, за рулем сидел у нас Вадим и Игорь. Помните, когда оттуда выезжали? Ничего не видно, дым, машины сбились, горят где-то. И мы так прошли. Но не превышали скорость, а там все в горах, кверху, книзу. Вот, все. И мы нормально прошли, молились. Худо или бедно, 130 тысяч километров. Это по экватору, вокруг земного шара, 3 раза с лишним даже прошли. И ни одной аварии. А домой приехал один из наших, у кого была газель-то. Он успел в течение 1 месяца 2 аварии сделать. Газель нашу помять. Ну, от чего это зависит-то? Дома по пятнице столб железный стоит, в него врезаться. В другом месте пятница, столб корченый стоит, в него врезаться. Ну, то есть от человека что-то зависит. Сегодня все еще разбирает, как первый секретарь Беларуси Машеров погиб. Он был должен после Брежнева быть. Это все прочили ему. И вдруг из-за машины вылетает машина, и его на трассе убивают. По сегодняшний день разгадывают, что это подставка была Андропом или кем. То есть много аварий. Но большинство аварий все-таки можно действительно было пренебречь. Мы много ехали, видели. Жулька на машине, только рука торчит или нога, то есть мертвая. Еще не могут распилить пока, как вытащить. Ну, возьмите здесь у нас, Алтайский край, губернатор погиб на дороге. Губернатор, ты не какой-то ставленник Путина. И он приехал хоронить, что Путин часто ездит хоронить людей, что ли? Это его был Евдокимов Михаил Сергеевич. А из-за чего? Скорость. А куда ехал-то? Ни зачем. Отмечать там титовый день какой-то. Ну и вот мэр города в Барнауле. Баварин Владимир Николаевич входил в десятку лучших мэров России. Погибают на дороге. Из-за чего? Куда? Какой-то там спортивный комплекс, что-то было. То есть никуда. На тот свет торопились. Ну зачем ехали? И оба показывают больше 100 километров. Ну ты же не в Германии. Там едешь сразу 80 километров, 100, 150, разрешается 180, трасса такая. 220, ну больше тебе не надо, наверное. Ты уже на той стороне будешь. Считать километры. Ну ты это услышал, ну маленько, ты гляди на дорогу-то. Вот наш один брат, его нету здесь. Едем с занятий. Ну едет прямо вплотную и спускаемся. Наклонная дорога-то. Ну хотя 5 метров. А у меня и есть 5, а вплотную подъехал. Ну и что? Тормоз впереди. Нос клюнулся и все бы. Прислушиваться надо и смотреть нормально. Далее. Батюшка вспоминал Олимпиаду. Я ее знал хорошо. Качество какое? Звонит мне моя сестра Валентина Тихоновна. Она же с ней там была. И когда мы в Новосибирске были, она нас к себе приглашала, Олимпиада. Ее запомнить легко. Это лучшая была подруга, как сказать, помощница Иоанна Златоуста. Он ей посвящает письма одно за другим Олимпиаде. Смелая, сильная, красивая. Но имущество муж заблокировал. Положили запретно. Пришло время, распечатали все. И вот это такая Олимпиада. Моя сестра очень добродетельная. Просто пример. Их 5 сестер у меня живых. Но и она говорит. Такой благодетельной женщины просто не знала в своей жизни. Мне позвонила, когда она выделила ее одно качество. Кто бы ни приехал, кто бы откуда ни появился, еще не знает, она уже стоит рядом. Я первая. Первая к себе пригласить. Угостить, показать, провести, оставить ночевать и наградить подарками. Такой же и сын растет, и такой же ее муж Лазарь. Вот семейка подобралась, они олимпийские чемпионы, как у Богачева. Доброта, доброта ее просто не имела границ. Только думаешь, а как она завтра будет питаться? Она
не знает, что, что ее, в пути есть, она собирает, тебе сразу отдает. Вот у нас, мы поминаем Илариона. Какое качество у него? Вы даже не знаете. Я в синоде был с ним, пил и ел вместе с Иларионом. Он был тогда секретарь синода. У него прозвище было. Не только одно, что сибирский медведь. Он такой грузный. Это господин, нет, звали его нет, у которого нет, слова нет. Что бы ни попросили, он сумеет отдать. И уже около него ставили людей, но не отдавали. Видели, что обманы, прощелыги приезжают с России, просят, последнее выгребет, все это отдаст. Вот какого нам дал Господь руководителя. Может, и не так написано в добродетели, покажите рассудительность, Петр говорит. Ну, рассудительность должна быть-то. Я не знаю, насколько он рассудительный был, но вот такое прозвище было, у которого нет. А здесь под разными причинами не пойду, вечером в субботу не приду. Причины всякие есть. Нету, теперь официально нету, не можешь пойти. Один заболел, другой уехал, третий упал. Не обманывай себя. Вот иногда сестры записывают, больные. Я узнаю, не разрешаю никогда записывать туда. Я знаю, обязательно заболею. Вычеркни меня, я не больной. Больной это человек лежит. Если боли написано, призовет пресвитер, а не пойдет. И помолится над ним, он лежащий, над ним склонились. Ну, считайте, как написано у Якова-то. Тут стоят все здоровые, и как оладушки, батюшка, епископ приезжал, мазал. Мимо меня проходит, батюшка, помазать тебе еще чего не хватало. У меня есть он врач, Виктор Андреевич, он мне когда надо, помажет. Олимпиада. А теперь относительно не согрешишь. Я это слышал еще в армии был. Вы знаете, это откуда идет? Это очень-очень давно. Апостол Павел пишет послание к римлянам про это, говорит. Некоторые говорят об этом. И дальше. Умножился грех, умножилась благодать. Так что будем грешить, он говорит. То есть это было уже 2000 лет назад. Что это означает сегодня? Все знают, что без покаяния не спасись. А каяться не в чем, грехов-то нету. Поэтому обязательно нужно сблудить. Грех, когда не согрешишь, только блуд имеется в виду. Больше ничего не имеется. Я исследовал специально. Пока ты не переблудишься, каяться тебе не в чем. Седьмая заповедь, обуздай ее. На этом мытарстве гибнет больше, чем на других 19. Какое видение было Феодоре Цареградской в житии Василия Нового. Не согрешишь, не покаяешься. То есть обязательно согрешить, иначе покаяния-то нету его. И убивала, и аборты делала. Это не грех, это естественно, ну, нищету плодить. А вот уж блудить, как вот это уже все, тогда надо каяться. А почему не знает? Он не знает. Я когда дошел до этого, я понял, сатанинский ответ-то. Это сатана делает. И дух блуда слюнявый, как пишет Лев Толстой об этом, показывает каждого, как он выглядит, еретик какой там, кровавый такой стоит, как демоны выглядят. Он, видимо, вот в ад спускался, Лев Николаевич, и всех рассмотрел, взял интервью у них и написал падший там восстановленный ад об этом. Не согрешишь. О снеге сказали, о пурге. Сколько людей замерзло. И сейчас люди-то не видят где. И когда маленько разведрилось, и который вышел искать-то, и он сразу с трассы-то, она вровень, рядом, 20 метров не дошел, застыл. И теперь показывает одна женщина, время рожать ей, вот прямо показывает это. И вот она вышла, чтобы не замерзнуть, и пошла. И сбилась, и в лесу она. И время наступило рожать, она прислонилась к сосне. И когда очнулась, вокруг волки. И начальница волков под нее туловище подложила, а остальные волки ее обогревали. И одна волчица перегрызла ей пуповину. Ну такие басни, прям из церковной мурзилки. Это церковные разные ведомости пишут. И это официально в интернете все стоит. И когда пошли искать, увидели они на бугре, люди выстрелили, тогда волки отступили, и волки смотрят тогда, как ее берут роженицу. Вообще же. Это официально, официально. То есть нету настоящей жизни, и поэтому люди начинают придумывать себе сказки. А ты скажи так, я родился, и у меня одна задача – прославить Бога и быть со Христом в веки вечные. И вот поэтому все остальные препятствия преодолели. Не надо ездить куда не надо. Ну вот эти погибли 92. Это там «Песни и пляски» называется Александрова. Сейчас говорят, зачем? Кого там ублажать? Поехали. Те, которые убивают других людей. Там, ну не армия же там была-то. Ну войну тут понятно было. Там. Зачем? Ответа-то никакого нет. Кто подстроил это? Я смотрел похороны, как идут. У людей неутешное горе.
Эти готовились пожениться, двое там показывают. И все, один ролик из одних их фотографий, какие они были. Здоровые, крепкие, больных туда не везли. Зачем? Вопрос-то не отвечен. Кто подставил? Кто их садил вместе? Вот есть такие рассказы, просто они к жизни подходят. Это написано в житиях, подобное же. Дьявол почему-то любит встречаться на ресталище, то есть на стадионе. В вечернее время, в ночное время, и приходит, и дальше он бал этот ведет. И вот вопрос. Дьявол тоже выдает награды свои, там, медали за отечество, там, какое-то что-то. Ну, может, за лучшего деятеля ада, преисподней, гиены. И вот один говорит, я людей собирал, таланты такие, самые лучшие, чтобы плясать умели. И, наконец, их собрал в один самолет, и как только начал подниматься, я грохнул их, и все, и только фрагменты тел остались. А сколько время потратил? Он говорит, 70-летие справили, я просто... Там говорится о корабле, я хочу показать. Сколько я погубил? Дьявол говорит, бейте его. А то кто отчет давал, бес. Потому что эти люди и так мои были. А ты время тратил, чем занимался? Бейте его. Ну, ему всыпали плетей. Другой рассказывает, была такая свадьба, небо в копеечку. И я там устроил драку такую, я сказал один, там жена, ревность. Порезали друг друга. Так как у грузин, говорят, келихи. На поминках были, вторые келихи устроили, второго зарезали. Так, сколько ты собирал? Ну, пока знакомил, пока они были молодые, дружили. Ну, получилось у него больше 10 лет. Да эти люди-то все мои были, дьявол говорит, бейте его. Бейте. А он показал, сколько там было, 2000, у них такие свадьбы шикарные. Третий говорит, это образ. А я над одним человеком 50 лет трудился. И, наконец, я его сбил. Где? А привели к нему лечить. Он бесов изгонял. Молоденькую девчонку привезли. И бес вышел. Родители побоялись, что он дорогой войдет. Пусть она еще закрепится здесь побудет. А он ночью, возбуждаемый бесом блуда, сблудил с ней, страшно перепугался и убил ее. Убил, и теперь куда девать-то? Пустыня. Он рядом река протекала, он в поток ее бросил. Три смертных греха сделал. Житие Якова Постника. Зарядите у Дмитрия Ростовского. Ужас-то какой! А теперь, говорит, тебе все равно не спасти, если петля на шею. Это считать даже нельзя. Под не согрешишь, не покаешься. Вот откуда это все идет. Это все от дьявола. А дальше послушание монаху, какому Аве, дороже поста и молитва. А Господь говорит, этот рот лукавый постом и молитвой изгоняется. А сатана говорит, нет, ты брось это оружие, самое страшное для меня. А просто слушайся этого дядьку, старика и прочее. Это старчество. Ты маленько-то разбери историю, и ты увидишь, зачем трудился над ним. Этот человек много добра делал, там, свидетельствовал, чтобы он упал. 50 лет оправдан одной душой, которая в аду будет. А что ты этих угробил-то? Они и так мои были. Ну, еще бы 10 лет курили, допили, да наркотиками баловались. Вот как. Ну и я услышал тут, что там музей, там говорят где-то. Глубины-то всего не видят. Где-то что-то снимали и прочее. Убрали иконы. У нас иконы не воруют. А почему? Да кому она нужна? Он даже не потянется за ней. А ей копейка одна. А это иконы, которые старинные, и еще и с надписями, с подписями какими-то там кто-то. Я уж не говорю Андрей Рублев, но у него ученики были и прочее. Это ценится. И ценится не нашими деньгами. За одну маленькую иконку могут в нашей деревне купить. Ну, сейчас Горбачев напел одну песню, песню для Раисы. Ну, хорошо поет там, играет хорошо. Музыкант такой, даже говорить не хочет, он как предатель России его рассматривает. А остальные песни он напел, у него кто-то выкупил, фамилия скрыта. А сколько он напел песен? 8. И сколько отдал? 450 тысяч долларов. Долларов? Вот как, вот такая песня чего-то стоит. А остальное даром, а даром она может к Богу-то еще быстрее идет. Надо везде смотреть в корень, зри в корень. А корень это чем, откуда соки все идут. И вот говорится, икона дорогая. А почему? Специально скупают их, продают, за границу вывозят, большие деньги берут. Я говорю, а почему, дорогая?
Ну, она старинная, там знакомый, там незнакомый, знатный, незнатный, рисовал. Имя его гремит буквально. Вот. А зачем же ты дома-то ее имел? Зачем? Ну вот он образ есть, вот посмотри, вот Христос тащит, у нас здесь такая фотография, батюшка так, а ягненка тащит, и все говорят, как икона. Зачем тебе эта икона нужна была? Иоанн Златоуст говорит, скажи, что безопаснее, спать на кровати из золота или из дерева, из железа? Да тебя на этой кровати-то найдут, и кровать-то утащат, а тебя сбросят. Зачем ты эту икону держал? Вопрос, зачем, он не ответит. А из-за чего? А вот из-за чего. Настоятель храма в МГУ имени Татьяна, великомученица, Максим Козлов. И он достал, где достал, кто, но это не просто так, и не просто там за деньги, говорит, продают, а может у него не за деньги было. Мощи самой Татьяны, вложенной в икону Татьяны, и она цепями была тут прикована у него, зашли два мужчины, побыли, походили, посмотрели, и все снималось, и ничего не сняли. Подошли кланяться, иконы нет, и по сегодняшний день, и сколько скорби, печали, тут студенты приходили, студенты кланялись, а еще они приходили, кланялись-то, таньки-маньки-то. Ты маленько-то посмотри, чем они занимались-то, зачем они шли сюда, чтобы удачный аборт сделать. Ты дальше-то продолжи. Вот мы были в Томске, ну, проезжал там Чехов, и написал, город грязный, и женщины немытые. Как взыграли женщины там, ну что-то такое сказал. Так они ему памятник такой раскудлаченный поставили, а студенты из него идола сделали. Как на экзамен идти, нужно к статуе подойти, за нос подержать, экзамены сдашь. Так она вся статуя черная, а нос как золотой блестит. А он за свой нос меньше сопли убирает, чем у Чехова. Это люди. А теперь сидит там, ну, в сростках Шукшин Василий Макарович. Точно так же увидели и сделали. Он сидит на горе один, и перед сдачей экзаменов едут туда, за большой палец ноги, он блестит просто весь. Взяться. Ну, идол. Так вот, на все-то это посмотри, и теперь они там страдают. Икону утащили вместе с цепями. Да нужна ли она вам была? Вы еще обманывали. Ну, построили здесь вот маленькую, как, что там называется? Часовня. Ну и что там около, ну как... Приходят они, студенты, там молятся, нет. Открыто я ни разу не видел. Это все обман, фишка. Надо строить так, как у мусульман. Он вмещает 3000. А все время наблюдатель сзади стоит так. 10 человек. Ну-ка зайдите. Он говорит, мы пробовали давить полностью. Полностью одни мужики. 3000. Да у нас 3000 мужиков в одном месте с Россией не собрать. 10 человек не вошли, сразу собрание. Так у нас написано. Если 10 человек не входят, строим новую мечеть. А русские теперь начинают буквально беснуются. Да, это наш православный храм рядом, да то. Я говорю, увидели полумесяц. Что это означает? Как в Сербии. Теперь лезут они, хорваты, ломают крест, а полумесяц уже сами поставили. И в этот же день заходят и молятся мечеть. Никого нету. Вы дальше-то посмотрите в корень-то, никто не учит. И говорит о том, что беда какая, беда высветила одно, что люди эти скопидомы были. Они деньги тратили не туда, и Господь позволил, чтобы украли. Она не нужна тебе. Ну, Иосиф Муньоз с этой сиверской иконой Мироточивой за рубежом ездил, приехал куда, его там убили ночью, а икона исчезла. Не интернет виноват, кто снимал. Главная святыня России была Казанская икона Божьей Матери. Ее нету, украли, по сегодняшний день нигде нету. Но с нее список, то есть копию, сняли, и была она у католиков. И папа римский лично подарил. Ой, прям умирают. А ничего нет, ничего не меняется. Ты обставься иконами. А это энергетика исходит. Но это уже прямо идолопоклонство настоящее. Какая энергетика? Так на складе там должно было загореться, где иконы-то лежат. Соплено-то, что она издает? Ни одной иконы, если не было у первых христиан, Лука рисовал. Да когда икона на всю вселенную? Примем так, как он рисовал. И как они жили со Христом, который был с ними. Почему такая поговорка была? Раньше, говорит, люди с золотыми сердцами причащались из деревянных чаш в причастии. А сегодня, говорит, из золотой чаши деревянными сердцами. Ты маленько дальше-то посмотри. Украли, а как смотреть? Посмотри по житиям. Макарий египетский идет, смотрит, такая лакели. Стоит машина БМВ, а что делает? Вытаскивает, может, икона у него. Он подошел, я их знаю тут, и давай вытаскивать, помогать. И притом это не один, я выставил в интернет уже на эту тему. А что делать? Бога благодарить. Богатство у тебя не нужно.
У одного монаха украли что-то. Там написано, он с собой деньги пронес. Такой есть арепа там был. А показали на дулу, дула звать. Ну и допрашивают с пристрастием. Да как с пристрастием? Оторвали челюсть. Челюсть оторвать. Это не бороды вырвать, а челюсть. Это жития святых Дмитрия Ростовского. И монахи подстроили все это. Монахи. И монах своровал, и монахи допрашивали, и отдали там полуживого. А теперь поставили в храм, а нашелся. И они к нему туда. Катапалк пустой, его нету. Вот тут братья теперь запричитали. Он с нами не захотел проститься, теперь на суде Божьем. Зачем с вами прощаться-то? Он давно не ваш был. Он сказал, я не брал. А вы же из него хотели выжить, когда он ничего не имеет, и ничего не получили, и брата потеряли. Житие говорит об этом. Если ты пришел в храм, говорит Иоанн Златоуст, у тебя денежки были, и кто-то разрезал и вынул, ты теперь как? Ты на церковь. Вот они верующие, чем занимаются. Да чтоб я пришел сюда, да тьфу на вас! А дьявол стоит, говорит, в ладоши хлопает. Вот это я и хотел. Ты сделал то, что дьявол хочет. А если бы написано «за все благодарить» и поблагодарил Бога, он бы как от огня отскочил. И больше бы никогда не подошел. Вытащили икону, а ты бы рассудил, зачем она была такая ценная икона? Она чем ценна это? То вы на нее лепили ценности. А бывает так, среди икон висит что-то с надписью мирского человека. А я близко знался с Березовским, там, или с губернатором таким-то. И она висит, здесь же его портрет. А его уже нету. Того убили, посадили, от кого взятки-то. У тебя обворовавший государство посчитался как икона. Я историю-то это знаю, откуда идет-то. И что, все, и погибло. Потому что ты держал преступников у себя рядом. И поэтому иконы не захотели с тобой быть. В житиях это есть такое. Не захотели. Вот он пришел там, ну, взял там, как сейчас говорят, кредит или как деньги-то. Корабль нагрузил, поехал. Дорогой шторм опрокинул, вернулся, денег нет. Ну и не надо бы. Но если Спиридон, допустим, Тримифунский, тот спрашивает, скажи, а у тебя все там было свое? Да нет, я вот это там такое где-то что-то у вдовы взял. То есть ворованное, да, ну и погибло. Иди отсюда, какая тебе молитва? Он опять еще занял в долг и опять нагрузил на корабль, повез продать купец, а там купи другое, и опять погибло. Он говорит так, а ты один ездил? Да нет, я с соседом решили, он тоже корабль набрал. А он кто? Ну, олигарх там ворует. Опять с ворами знался-то, правильно погибло. Тогда он третий раз от всего очистился. Теперь икона пусть будет она бумажная, ее никто не тронет. И вернулся, и за один раз окупил все три корабля, и все, жития святых. Вот как надо рассуждать по-божественному, а не то, что увидели где-то в интернете. Да везде все снимается. И в храме Христа Спасителя, и Елоховский, никто нигде не прячется. Я тогда взял в интернете, зарядил. Кражи по всей стране. Старобрядцев только в Новосибирске два раза воровали. Почему? Старинные иконы. А тут зашли, а у вас старинных икон нету. Я говорю, а зачем они нету? А это копейку стоит, да поврежденная еще. Все, здесь у нас были люди, все осмотрели. И у вас ни одной иконы нет старинной. Да нету ее. Недавно одна наша сестра, наша, и говорит, у меня икона замироточила-то. Тут бы, знаете, паника была какая. И что? Я говорю, какой ближайший храм? Ну, Андрея Первозванного, вот туда ее отнеси, там их любят. Все, она там кончилась, больше нигде не мироточит. Из какие фальши получаются. И вдруг икона плачет, и прям видно слезы. Петр Первый говорит, исследуйте. Подошли, там медные трубочки подвели, когда нагревают, от нагревания это поднимается. Петр сказал, предупредите, если еще хоть раз икона будет плакать, ваши задницы будут плакать. И все. И больше во всей стране ничего не мироточит. Ты до конца в корень посмотри, корыстолюбие и трусость. Трусость и корысть. Иконы украли, да они тебе не нужны были. У тебя совесть украли. Ты деньги вложил, которые на вдову мог потратить, а ты вложил в мертвую икону. Читай послание Иеремии, там об идолах говорится, оно очень похоже. Деревянное, железное, и воруют, они за себя не заступятся, но прям как про иконы написано. Ну, прочитай. Послание Иеремии. Это не каноническая книга. И куда эти деньги идут и прочее. Так что и скорбеть, и плакать не о чем. Скорбеть о том, что душа увязла, как в тенетах, в сребролюбии, и не видит этого. Зачем тебе это нужно было, дорогое это? Ты убери это все, и воры отошли. Один торговал, но наторговал, правда, целый сундук, и драгоценности. Моряки узнали, а он едет с мальчишкой.
Это история. И они решили его убить в эту ночь. Он узнал. Но на корабле-то никуда не денешься. Он не может в банк сдать никуда. Жизнь зря прошла. Он заплатил двум морякам, говорит, зайдите, вынесите. И рассыпал на полок большой этот. Все стоят, глаза блестят. Это имение, это целая флотилия, кораблей можно купить. Так, теперь за борт все. И все выбросили. Те голыми, говорится, руками-то разбили, а кого убивать? Он спокойно пошел и спать. Вот пример дам. Избавься от этого, что тебя тяготит-то. Иди, раздай, выйди на дорогу и свободно выйди за Христом. Это люди, которые говорят, они никуда не едут, на благовестие не поедут. Как правило, лишний жир. Сбрось с себя лишнее-то, чтобы ноги у тебя были чистые. Быстро шел. Я историю эту исследовал, смотрел и увидел. Это опутанное сребролюбием, изнеженное жизнью. И приходит и показывает. А у меня икона 17 века. То есть, опять же, хвастануть. Она тебе не нужна. Если бы икона отображала первый образ, тогда бы одна икона была, а их 365. И у каждого свое почтение. Кто-то пьет. А вы знаете куда? В Казанской не надо ходить, а икона – неупиваемая чаша. По сей день никак не напьются и не выпьют. Это надо придумать. Неупиваемая чаша. Все, и пьяница стоит в этой чаше, не захлебнется никак. Почему икона-то по-разному называется? И к разной иконе свое почтение, свои дни. Это значит празднование иконы, не Богородицы. Божью Матерь мы отмечаем, где ее? Рождение Богородицы, Благовещение, дальше что? Введение во храм, Успение. Вот это Божья Матерь. А это иконе. Православные никак не соглашаются, что лукавство. Мы в православии должны до самого корня прощупать все и понять, где правильно, а где неправильно. Если украдут иконы дорогие, не скорбите об этом, а порадуйтесь. Он теперь свободно будет служить для Господа. А Богу нашему слава. Аминь. Да, аминь. Будем завершать, братья. В завершение приятная новость. У брата нашего день рождения. У Коли Польгуева, Николая Валентиновича Польгуева. Вчера был день рождения. Много лет ему пожелали. У Агнюши еще было. Ну, мама-то лучше знает, наверное. Нет, день святой просто. 4-3 февраля у Агнюши день святой. Всегда вылезешь. Так, брату нашему, Николаю, многое лето, здравия души и тела и вечной блаженной жизни. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое. Защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией, за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия. Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Трапеза, песнопение и занятия. Вы с нами? Да. Сергей Павлович идет. Что? Сразу бери, вытаскивай. Сергей Павлович, а это все...